Привет, друзья! С вами снова Инфобизконтроль, и сегодня на обзоре у нас курс, который называется «Калькулятор Рокфеллера». Скачать вы его можете, как обычно, по ссылочке, которая находится в описании к этому ролику. И давайте перейдем к самому обзору. Сейчас мы находимся на сайте продажники этого курса. И я бы, конечно, этот курс нельзя назвать свежим, который вот там появился, и вот я на него делаю обзор. Нет, это совсем не так. Курс не совсем, так сказать, свежий. Он появился там, ну, я не скажу точно, ну, там, не знаю, 2-3 месяца назад. Но делаю на него и обзор просто потому что он довольно неплохо продается. То есть люди его сейчас покупают. Итак, давайте начнем. Мы находимся на сайте продажники. Ну, сайт продажник довольно такой обычный, ничего тут такого нету, как всегда за мамухи, осталось свободных мест 2 из 19, тра-ля-ля, все такое. Калькулятор Рокфеллера. Смотрите, у нас здесь есть автор Глеб Федорович Левинский. Ну, это человек просто, который себя так называет. На самом деле, естественно, это, скорее всего, какое-то липовое имя. А вот эта фотография, где написано перед вами, $9750. А, ну, на самом деле, это полный бред. Я не знаю, чем он думал, когда эту фотку выкладывал. Ну, во-первых, фотка, если мы ее поищем через интернет, мы сразу понимаем, что эта фоточка просто гуляет по интернету, где только можно. И на самом деле, вот такая вот пачка 100 долларов банкнот уже содержит $10 000, и как вот в этой куче может быть 9750, я не понимаю. Ладно, так, что у нас дальше? Итак, давайте перейдем к видео. Видео здесь идет 10 минут, и там нам человек, вот этот автор, как давайте вспомним, как его зовут, Глеб Федорович, нам показывает, что он зарегистрировался на каком-то ресурсе. Ресурс, конечно же, секретный, просто то не могу, просто вообще секретный. Он его нашел там на каких-то западных форумах, там, ну, вообще, короче, искал очень-очень долго и наконец-то нашел. Ну, молодец, короче. Вот он при нас заходит там на этот ресурс, и сразу же ему начисляется $10. И, ну, на самом деле это круто. А мы потом с вами дальше при обзоре перейдем на этот ресурс, и что самое интересное, на него действительно, когда вы заходите, регистрируетесь на этом ресурсе, вам действительно начисляют $10. Ну, это я, так сказать, забегая наперед. Зарабатывает он здесь как? Он просто получает вот такие письма, они там письма на английском языке, и приходит письмо, и по сути там нужно просто перейти по ссылке. Переходите по ссылке, вам начисляют 50 центов за то, что вы вот это письмо прочли. И там еще есть какие-то методы заработка, типа какую-то анкету заполнить, какое-то приложение скачать. Но это не столь важно. На самом деле он говорит, что самые большие бабки зарабатываются именно на вот этих вот письмах. То есть приходит там куча писем, и вы по ним переходите и зарабатываете за каждый переход там по 50 центов. Ну окей, круто. Ну, на самом деле, я так опять забегаю наперед, на самом деле на этом ресурсе действительно эти деньги начисляют. Я вам покажу чуть позже. Итак, дальше смотрим. Система, которая платит, которая работает, меняет жизнь, исполняет мечты без лишних вложений, рекламы, дополнительных знаний, настройки подводных камней. Ладно. Итак, здесь не думайте, что я человек. Но тут, конечно, вот эта вот сказка. Ну, я много читал сказок на разных продажников. Но тут прям вообще, вы уже слышали из видео, как я нашел этот секретный сервис фондового центра семьи Рокфеллеров, который платит просто за прочтение специальных писем. Также можно просматривать видео и получать неплохие бонусы. Так вот, после этого я поехал в США, чтобы заработать еще больше в долларах. Затем я остался там на 7 месяцев, снял офис, набрал команду и даже познакомился лично с Уолтером Грином Рокфеллером, владельцем фондового рынка ценных бумаг и потомка Джона Дэвиса Рокфеллера. Ну, то есть, ну, сказка — это просто капец. Я таких сказочников еще ни разу не видел на продажниках. Ну, давайте дальше. Весь процесс работы, регистрация, открытие писем, получение ваших денег и вывод заработанных денег. И, как мы видим, тут написано Яндекс.Деньги, Киви, карточки и WebMoney. Окей.
Дальше. Ну, дальше идут отзывы, как обычно. Максим и Елена Серебрянниковы, Новосибирск. Работая по системе калькулятора Теллера, через 7 месяцев купили квартиру. Молодцы, ребята. Только вот странно, что вот эта вот их фотография, эти Максим и Елена Серебрянниковы, это просто фотография взята из рекламы Сбербанка, то есть реклама ипотеки, и вот взята эта фотография. Если вот эту вот фоточку мы пробьем, она тоже там по всему интернету, где только не гуляет. И тут вот это мне понравилось. Кристина Бакалина, город Пенза, работая по системе калькулятор Феллера, через одну неделю купила современный смартфон. Ну, вообще круто. Кристина Бакалина, ну, я даже не знаю, как прикольно, ну, или как лучше сказать об этом. Во-первых, я думаю, можно сообщить в СМИ или как-то еще, что оказывается у нас Тина Канделаки заработала на новенький iPhone за одну неделю по системе калькулятор Рокфеллера. Вот так. И еще и имя сменила. Зачем ей быть известной ведущей Тиной Канделаки? Она лучше станет Кристиной из Пензы и заработает себе на новенький 5-й iPhone S в 2013 году. Вот видите, Комсомольская правда, статья. Канделаки и Собчак уже похвастались новыми айфонами 5S. То есть, ну, тогда, когда только 5S вышел, их еще не было в продаже, но некоторые звезды там их себе как-то доставали. И вот мы видим Тина Канделаки, счастливая обладательница новенького iPhone 5S. Ну, видите, все думали, что она заработала там на телепередачах, а оказывается, она еще в 2013 году связалась, вот видно, с вот этим Глебом, который, кстати, только в 2015 или 2016 эту систему нашел. А она уже тогда с ним связалась и уже тогда заработала. Сменила имя сначала, потом переехала в Пензу и купила себе iPhone. Ну, в общем, молодец. Тина, поздравляю. Так, дальше. Комплект 20 писем в день для заработка. Ну, этого комплекта уже нету, к сожалению. Тут другой комплект, который дает до 100 писем в день для заработка. То есть, ну, если по 50 центов, ну, довольно неплохой заработок, правда? 50 там, долларов в день. Ну, тут дальше еще. Тут просто взят какой-то ролик на английском. Тут написано, что он рассказывает о системе, о фонде. Типа сам Уолтер Грин. Ну, на самом деле это бред. Так, еще отзывы, наверное, такие же настоящие, какие эти. Ну, давайте перейдем к самому курсу. Итак, курс у нас состоит просто из вот такого, то есть у нас идет файл, и в этом файле у нас, грубо говоря, такой сайт, мы его просто открываем в браузере и смотрим, что у нас тут за курс. Поздравляем, тра-ля-ля, и переходим по ссылке ermail.ru и нажимаем на зеленую кнопку зарегистрироваться. Затем на почту, которую вы указали при регистрации, должно прийти письмо с подтверждением. Переходим, тра-ля-ля. Вот. На ваш баланс зачислено $10. И потом мы переходим. Нам приходят письма. Мы переходим по ссылкам в эти письма и зарабатываем по 50 центов с каждого письма. Давайте перейдем. Смотрите. Вот этот супер-супер-пупер секретный ресурс. Как видите, у меня на счету $10.50. То есть $10 мне начислили при регистрации. 50 центов это мне там пришло письмо. На самом деле я никакое письмо не открывал. У меня вот тут написано непрочитанные ермейлы. И вот тут была такая ссылочка, на нее просто нажал, и мне начислились 50 центов. Смотрите, вот тут важная штука. В системе немного поменялись условия. Минимальная сумма для вывода $100. Вот. То есть пока вы не заработаете здесь $100, никаких денег вы не увидите. Ну, вроде бы фигня, да? Что такое заработать $100? В принципе, на сайте, где нам обещали 100 писем, ну вот до 100 писем в день для заработка. То есть пару дней и все, и $100 у нас в кармане. Но на самом деле в чем хрень? Естественно, этот сайт ermail.ru, никакой он, естественно, не секретный. Все, кто смотрел мои обзоры, все видели, что каждый
второй урод, который продает разное говно, всегда рассказывает о каком-то секретном сайте или секретной программе или еще о чем-то секретном. На самом деле все эти секретные сайты всегда оказываются общедоступным дерьмом, где вы сможете заработать пару копеек, кликнув по каким-то рекламкам. Ну вот этот, в принципе, Ermail, это даже хуже, наверное, я не знаю, его можно назвать буксом, да, потому что есть, знаете, как на буксах есть такая фишка, вы там можете зарабатывать деньги на прочтении писем, да, вам приходит письмо, вы его открываете, переходите по ссылке, вам начисляют деньги, но обычно вам там начисляют, ну, там несколько центов или несколько копеек, где-то так, а здесь же начисляют 50 центов. Только вот в чем прикол. Вы эти деньги никогда отсюда не выведете. Хоть вы $100 заработаете, хоть $500. Во-первых, никаких 100 писем вы тоже не получите в день. И будете вы эти $100 зарабатывать хрен знает сколько. Я не просто так это тоже говорю. Естественно, я там не буду зарабатывать и там пытаться эти $100, чтобы потом вывести, потому что для того, чтобы узнать, работает какой-то проект или нет, для этого есть интернет. То есть мы заходим в интернет и на любых форумах ищем информацию о таком проекте, как ermail.ru. И там куча информации, и там ребята пишут, что все это говно. Во-первых, писем приходит мало довольно, ну то есть там бывает одно придет письмо за день, бывает два, там когда как. Вот вы по нем переходите, вам начисляется по 50 центов, в итоге там проходит некоторое время, письма вообще перестают приходить и все, и в принципе у вас все зависает. Вы скажете, ну зачем тогда вообще кто-то сделал этот проект и для чего он нужен? Ну, тут, как сказать, ну, в принципе, догадаться нетрудно. Проект просто, опять же, есть люди, которые заказывают вот такого рода рекламу. Естественно, они не платят, да, допустим, если проект платит нам, как людям, которые зарегистрируются, нам платят 50 центов, значит, проект должен, ну, брать хотя бы 60-70 центов, чтобы брать себе какой-то процент и платить нам. Но на самом деле там есть у них услуги, рекламодатель, допустим, им платит буквально пару центов там за каждый переход, за вот такую, ну, за рассылку, так сказать, спама такого. Вы подумайте, ну а как тогда, если они берут пару центов, а потом платят 50 центов человеку, который перейдет? В том-то и дело, что они просто ничего не платят. Вот и все. На самом деле этот сайт, он просто набирает, так сказать, массу, ну, набирает email, такой, грубо говоря, грабер email-ов, то есть он собирает email-ы, и все, и вы потом начинаете получать кучу спама, кучу говна всякого на свой email, и вы будете его получать всегда, и вы никогда в жизни не отпишетесь от этого говна, то есть этот сайт собирает базу email-ов. Тут есть такая кнопочка, как рекомендовать. Вот, ну, давайте мы ее нажмем. И написано, программа рекомендовать Ermail знакомым. Рекомендуйте систему Ermail своим знакомым. Получите благодаря этому комиссию выше на 200% от каждого прочтенного, ну, Ermail. Вы втягиваете в это говно еще там своих каких-то друзей, знакомых, не имеет значения, кого там, рефералов. И типа они там зарабатывают, а вы там 200% еще получаете типа реферальных. Ну просто жесть, да. То есть опять же все сориентировано на то, чтобы вы еще больше туда притащили людей, которые тоже помогут, так сказать, этим ублюдкам собрать какую-то базу и рассылать за деньги, естественно, рассылать какой-то спам. Комплексное приглашение в программу. То есть вот здесь вы берете, вот, допустим, у вас есть какие-то имейлы, да, в вашем почтовом ящике, друзей не имеет, вы их собираете, и вот сюда вот через запятую фигачите, и они им тоже начинают слать разное говно. Смотрите, еще здесь автоматическая рассылка приглашения всем вашим контактам. Рекомендуйте своих знакомых и быстрее выгоните. Укажите ваш электронный почтовый адрес и пароль доступа. И наша система автоматически пригласит ваших знакомых. Вот это каким надо быть дебилом, чтобы взять, вписать свой здесь электронный адрес и плюс еще пароль от него. То есть вы понимаете, что люди получают ваш почтовый
ящик в свое распоряжение. Понятно, что в принципе вы можете там по каким-то секретным словам это все, либо если он у вас на номер телефона завязан, вы можете поменять потом пароль и в принципе его все восстановить. Ну, то есть, но все равно на какое-то короткое время люди получат доступ к вашему почтовому ящику. Во-первых, они оттуда выгребут все имейлы, которые у вас есть, и на них опять же начнут спам слать пачками. А во-вторых, они там, если у вас какие-то электронные кошельки есть, они тоже к ним доступ могут получить. Ну просто, я не знаю, ну, как видите, если, то есть в принципе, если проект вас просит внести свой имейл и дать пароль еще от этого имейла, ну это 100% уже мошенники, как вы должны понимать. Ну и как всегда, тут еще есть рефералочка, по которой тоже можно приглашать таких же дебилов. Вот. Ну и баннеры, и шманеры, и все такое. Вот, в принципе, и все, друзья. Вы увидели, что у нас тут за калькулятор Рокфеллера. Это полное дерьмо, которое нельзя покупать. Друзья, зарабатывайте много и честно. Обязательно подписывайтесь на канал. Заходите на наш сайт InfoBizControl, ссылочка его есть, на этот сайт есть в описании к этому ролику. Обязательно заходите в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, подписывайтесь на Твиттер. И, в общем, на все. Обязательно ставьте везде лайки и делайте репосты этому видео. Всем пока-пока, удачи!